Никогда у нас еще работники одного коллектива не собирались в таком количестве для того, чтобы участвовать именно в интеллектуальной игре. И для приветственного слова мне хотелось бы пригласить руководителя вашего предприятия Шипнева Андрея Владимировича. Как там в спорте говорят, там победить сильнейший, ну, наверное, победит умнейший здесь некорректно говорить, потому что люди здесь все собрались умные. Вот. Здесь, наверное, поможет, как уже сказали, смекалка, сообразительность, какое-то нестандартное решение. Как говорят, там философ один сказал, что в каждом вопросе уже заложен ответ. Поэтому всем удачи, ни пуха, ни пера. Вот этот вот характер интеллектуальных встреч вечеров стал уже давно больше, чем традиция. Это самое настоящее позолото, такое культурное наслоение на нашем интеллектуальном балаковском обществе. И поскольку это так очевидно, хорошо и эпохально для города Балакова, обещаю всем вам сделать все возможное, чтобы наше участие в формате «Ума Балата» и вообще всех тех предложений, которые звучат отсюда, чтобы эти мероприятия стали нашим основным элементом в календаре мероприятий молодежного совета. Что касается сегодняшнего вечера, всем удачи, всем собраться, всем показать свои наилучшие результаты. Самое главное, хорошего настроения всем.
for somewhere to belong. You're standing all alone for someone to cry you on your way. Now and forever. It's a beautiful life. Oh, oh. Номер три. Очень упорно шла борьба за первое место. И, что интересно, пришлось тоже считать дополнительные показатели, поскольку две команды у нас набрали одинаковое количество очков. Поэтому мы считали, кто лучше отыграл последний тур. За счет этого у нас все-таки вырывает в буквальном смысле победу. Я сразу скажу, что первое место сегодня все-таки команда «Собранные люди».